Всем привет, с вами Дэрил Виндер. Сегодня мы продолжаем игру Амнезия Ребихт. Или Реберт. Как-то неправильно. У нас концовка, скорее всего. Я решил записать чисто отдельное видео, поскольку там, наверное, остался час или... Ну, где-то так, от силы. Пришлось прервать трансляцию в самый важный момент, потому что телефон съел, трансляция прервалась. Такие дела. В общем, заблудшиеся в пустыне Тасси-Трианон удается добраться до своей новорожденной дочери Амари, которая находится под защитой загадочной императрицы, этого угасающего потустороннего мира. Ребенок медленно умирает от того же изнурительного заболевания, что унесло жизнь первой дочери Тасси. Тасси обречена и едва владеет собой. Ей предстоит принять решение, которое определит судьбу дочери. А почему нет тут третьего варианта? Остаться Тасси тоже в этом мире. Жить с дочерью. Почему она должна уйти? Вот в чем вопрос. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем, что и как произошло. Но королева тоже не права. Она принудила всех, чтобы Тасси отдала ребенка. Вопрос. Ребенок был уже изначально заражен этой болезнью? Или все-таки королева к этому имеет, так сказать, приложила руки? Да, мы в этом моменте остановились. Как ты одной рукой это застегнула? Нифига ты. По крайней мере, королева... Выбор. Ставить ребенка или свалить вместе с ним. Чё тут, подсказки есть какие-нибудь? Нет. Поглючивает еще. Ох, какие глаза у тебя. Если я тебя заберу, ты также погибнешь. Ребенок, моргай. Выживет ли она здесь? Проживет ли дольше? Я мог уничтожить энергопотребление этой башни, и тогда бы ни ребенок, ни... Мама рядом, Амари, так и знай. Придется оставить. Ну, я не могу давать гарантии, что на нее не нападут. Будет ли лучше для тебя остаться здесь? А, держать надо? Тьфу ты, блин. Не та кнопка. If I lay you down now, I may never see you again. Ну, я же нажал. I'm sorry, Amari. Here, you have a chance. Here, you will have a life. Да.
Обратно уже не заберу я тебя. Извини. Правильно ли я поступаю? Thank you, Tassie. I will protect her. I will love her. I am sorry that this was your path. Ай! Да чтоб тебе, это она что ли сделала? Специально походу. Я мог сам уйти. Чё ты творишь-то? Давай, очнись уже. И чё, это всё, что ли? Ух ты, блин. За пару минут. Это пропустить можно? А, да, зараза. Вопрос. Зачем она не излечила меня и не отправила обратно домой? Я ж зажимал. Бред какой-то. Число. Могла ведь домой отправить. Ну-ка, попробуй-ка еще раз. Только в какой момент меня перенесет вопрос? Возможно, эта дочь не проживет дольше, чем первая. Ну, давайте вторую концовку посмотрим. Может, я просто неправильно что-то сделал? Попробовать свалить с ребенком, что ли? Ай да. Валим отсюда нафиг. Please, Tassie. How can you protect her out in the world? Никак. You have given me. Давай! Давай! Мышка есть! Чё, она её не видит? Не могла смириться с этим и решила сбежать. Бляха, здесь эту штуку надо. А где её достать?
Вот это уже интересно. То есть первый раз я тоже мог от нее так сбежать. Сейчас посмотрим. У нас время еще есть. Но я сделал тебя своей слугой. Ты не сможешь забрать ее у меня. Все хорошо. Маленькая, все нормально. Тихо. Ну, идет эта фигня отсюда или нет? Первый раз она меня, короче, заставила свалить. Я должна спасти ее от тебя. Все хорошо, все хорошо. Без колодезной воды ты бы погибла в пустыне. И дитя твое тоже. Тише. Знаю, судьба жестока. Со мной она тоже так обошлась. Но я могу изменить судьбу твоего ребенка. Тебе ее не спрятать. Ну не глюч, еб твою. Налево. Я многое готова позволить, но я не позволю тебе ее погубить. Ха-ха. Не сопротивляйся, Тасси. Нет, она изменяет меня. Я должна ускользнуть, иначе... Нет, нет. Мне нужно найти Витая для портала. А где я его найду? Ну, по крайней мере, сбежать получилось. Видел я одно Витая в одной комнате, но оно закрыто. Я его, наверное, не смогу достать. Тихо. Тише. Я буду любить ее, а ты не сможешь. Каждый может любить своего ребенка. Как бы там ни было. О, а тут открыто. Ага. Что это? Я могу ее уничтожить и свалить. Хана тебе, старая коза. Нету? Все, беги отсюда. Быстро беги отсюда. Ага.
Ага. Ай! Ай! It's working. We can end this. But I don't think we'll survive it, little one. Мы можем покончить со всем этим. По крайней мере, если я убью королеву, я перестану быть гулем. Тише, тише, тише. Твой разум затуманен. Все, все может что-то там. Не волнуйся. Пожалуйста, Тасси, не сопротивляйся. Подожди, все нормально. Три раза нажал, чтобы сработало наконец. Еще пару узлов, и тебе хана. Только тихо, ладно? Так, укол. Шприц, точнее. Надо прекратить тиранию королевы. Прикончив меня, ты положишь конец этому миру. Ты и твое дитя умрете. Но в этом мире столько боли. Так больше не может продолжаться. Королева почти уничтожена. Еще один узел остался. Тебе больно, тебе страшно. Но это не выход. Да плевать я хотел на твой выход. Вот ты где. Да нет, уже не найдешь ты меня. Сейчас. О, еще один. Нифига себе. Ну так ас есть запасной. Последний узел. Стоп. Вот и все, Амари. Если мы пойдем на это, то все будет кончено. Все, хана королеве. Нет! За что? Я лишь хотела спасти ее. Айда, валим отсюда. Не получится что-то? Прости, сердце мое, прости. Может, получится вырваться? Нет? Смерть? Все? Хана? Вся башня красная стала. Эти тоже мертвы, что ли? Все. Мертвы. По-любому. О, разорвет сейчас, да? Все, тоже погиб.
Так, это была вторая концовка. Есть еще концовка, короче. Концовка же, правильно? Да, концовка. Все погибнут. И мир, и Таси, и ребенок. Жаль, нельзя просто ребенка отправить. Допустим, там в прошлое. В другой мир, короче, к своим людям. Чтобы ее кто-нибудь удочерил. Ребенка можно было оставить и уничтожить эту дрянь. Не, я все равно попался бы, если бы уничтожил дрянь эту. Ну, как сказать. Еще две концовки есть. Можно с ребенком уйти, и можно без ребенка уйти. Сейчас попробуем. Пока попробую без ребенка уйти. Эта же коза меня обратила, когда я собирался выйти. Вот, сейчас попробую вырваться из ее лап. И... портал уйти. Мне нужен один, как это называется-то, блин, забыл, витая, во, один витая, там две штуки было запаски. Так, эту сцену нельзя пропустить с грудью. Нет, нельзя, все, хватит. Это, наверное, не самая лучшая концовка сейчас будет. А если уничтожить три узла? Три узла и уйти. Ну, короче, все концовки попробуем. Это не открывается. Все. Бежать не даст. Больше ничего не скажешь. Тряси мышкой! Мышкой тряси! Ага. Нет! Да сука, не работает. Нет, нельзя так. С ребенком можно, почему-то. В принципе, мы дальше знаем, что будет. Если она настолько... Да что там? Так, вопрос. Если она настолько сильна, почему она... Так, ну да, сменю, короче. Если она настолько сильна, почему она не могла с ребенком сразу меня обратить? Видимо, рисковать не хотела. Выбора не было. Темный мир, тронный зал. Ладно, продолжить. Продолжить. А Мария осталась императрицей угасающего мира в обмен на гарантию вечной жизни в атмосфере любви. Существо, которое когда-то было Таси Трианон, осталось в одиночестве. А-а-а. Да ё-моё. Я другой момент хотел загрузить. Сегодня какое число? Седьмое вроде. Да, седьмое. Значит, седьмое... Вот это.
Ай, блин, ну надо пропустить эту концовку, иначе так и будет сейчас. В одиночестве. Звука не осталось. Да, звук не остался. Куда ты телефон убрал? Ну ладно. Потом посмотрим. Пропустить надо. Там в какой-то определенный момент появляется кнопочка пропуска. Это типа через какое-то время здесь все расцвело, что ли? И девочка одна играет. С вечной королевой. Давай еще раз попробуем. Надеюсь, не то же самое, а? Да ё-моё, ты издеваешься, но почему она сохранилась-то? Задолбала. Честное слово, задолбала. И чё там, далеко откат, интересно. Темный мир, 35. Вот тронный зал. Придется вот это. Сколько времени теряется на этих моментах? Принять решение. Вот, это, оказывается, тут было. Значит, забираю ребенка. Разрушаю три. Всего лишь три узла. Один оставляю. Что-то там писалось, помню. И сваливаю. Так, сейчас, наверное, сразу в правую сторону пойду. Проживи сколько сможешь с ребенком. Ага, тут работает. Не убегай. Я слышу ее, Тасси. Ай-яй-яй-яй-яй. Почти. Там где-то записка была, может глянуть в нее? Закрыто. Все, подожди, подожди. Давай-ка записку поищем. Записка Хэнка. Записки Хэнка. Так, башня, нижний уровень. Башни вроде нет. Цилиндр. Последняя надежда. Эти сосуды, в них мой состав. К ней в башню стекается 4 основных потока витая. Тыщи пункты обслуживания, должно хватить по пузырьку на каждый. Тот заглохнет. Не знаю, короче. Надо попробовать тогда.
Надо попробовать тогда три разнести. Иди в жопу. Здесь кто-то есть. Уничтожу пару узлов и свалю. Ей не хватит одного узла, чтобы жить вечно. Вон чё? Ты всех нас убьешь. Не глупи. Ты теряешь контроль над собой. Ну ты можешь попытаться меня остановить. Вдруг у тебя получится. Твой разум затуманен. Все это... Все не может так закончиться. Мне кажется, тут трех узлов хватит, чтобы разнести ее. Тихо, 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 все нормально. Так, да ё-моё. Ага. Валим отсюда. Прикончив меня, ты покончишь. Положь конец этому миру. В этом мире столько боли. Чуть за дверь, кстати. А, я к началу вернулся. Как сказал первый раз, так скажу второй. Пошла в жопу. Так, сюда не хватало. А, подожди-ка. Тут же уже три уничтоженных. Все, можно валить, значит, отсюда. Тут все равно и так все рухнет. Мама рядом. Смотри, зараза, если я не вернусь домой, я тебя вернусь добивать только. Сдавайся. Ты лишь приближаешь свою гибель. Ничего я не приближаю. Все, до свидания. Увидимся. На том свете, если что. Так нельзя, она не выживет. Отвали, зараза такая. Надо... Таси, твое дитя погибнет, безвитая. До свидания. Если я не вернусь в Париж, тебе хана. Нет, не бросай меня! Здравствуйте. Что сейчас? Что на этот раз? Ну куда опять? Если не Париж... Ой, заебало это все. Ну ладно.
Я нет. Я больше нет. Все хорошо. Нет, мне кажется, она сейчас будет. Господи, где мы теперь? О, да ладно. Серьезно? Не может быть такого. Тихо, 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 тихо. Я с тобой, Амари. Мы дома. Мы дома. Ты замерзла. Я позабочусь. Тебе. Сердце мое. Мама рядом. Так, вопрос. Я должен был исцелиться? У меня ощущение, как будто в дурку заберут. А дочь умрет, считай. И чё, даже не покажут, что случилось? Короче, чат-титры попробуем до конца досмотреть и заканчиваем. Я не понимаю концовку. Она не излечилась от этого. От болезни Гуля. Ребенка с собой забрала. Ту штуку, можно считать, разнесла. Если бы я не разнес те установки и свалил в портал, то, скорее всего, мне кажется, она бы нас и там достала. Психически. Чудовищем, что ли, стала. Так, что-то затянулось. Офигеть, сколько тут разработчиков было. И список еще не кончается. Тут даже у кого-то родственники, что ли, были? Петрович. Петровик. Ай, нифига. Скорее всего, они обе умерли. И дочь, и Таси. Таси, считай, как душой, что ли, умерла, можно считать. Хотя мы, в принципе, можем посмотреть загрузки. В титрах, видимо, ничего не будет. Там же в загрузке что-то писалось. Если этот момент, конечно, сохранился. Наверное, не сохранился. Нет? Нет. Ну ладно. Наконец-то закончили прохождение Амнезии. Благодарю всех, кто заходил на стрим, составлял мне компанию. Следующей игрой, наверное, будет Wolfenstein. Наверное. Планирую еще вернуть прохождение Ведьмак 3. Я остановился там на каком-то моменте в Велине.
В принципе, все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дэрил Виндзер. Всем пока.